Всем привет, с вами Павел Мясник, и мы продолжаем проходить арену. И остановились мы на том, что находимся на втором уровне. Нас сразу же встречает предупреждающая надпись. Скорее всего, что здесь опасно. Так. Она мне предупредила, что здесь есть секретная дверь. Но если она меня предупредила, значит, дверь не такая уж и секретная. Тем более она отмечена на карте. Но раз она секретная, и меня тут подстерегают надписи, возможно, это... Тихо. Повезло, повезло. Тихо, тихо, тихо. Охренеть, вы посмотрите, сколько у меня ХП осталось. Это просто везение. Да, возможно, мне, конечно, и стоило сюда идти, но это было опасно, тем более, что меня здесь ждало целых два дьявольских киски. Две, точнее. Или как их вообще можно называть, я не в курсе. Давайте буду сохраняться на сейве сюда. И теперь... Ага, здесь есть даже паучки, которых я называю паучманты. Не знаю почему, но как-то приклеилось именно такое название. Ладно, пойду-ка я, наверное, где есть надписи. Надписи, скорее всего, меня предупреждают о верном или неверном пути. Но пока я их не встречаю, поэтому буду искать в каждом из направлений. Демон, да? Так. Ну, у меня есть обычный для тебя паутин хил. Еще один... Так, а теперь лучше heal true. Я надеюсь, у меня прочности хватит, но я, если честно, и не уверен даже. Так, сейчас мне повезло, и он кританул и отхилил неплохо. Смотрим, мне надо преодолеть эту вот херовину. Ну ладно, пойду тогда уже этим путем. Мне надо опять какой-то камень, скорее всего, найти, или пергамент, как обычно. О, я встречаю терминатора. Раньше он мне казался сверх каким-то чуваком. Ну а теперь это как обычный крип. Правда, сильный достаточно, но все. Конец тебе, терминатор. Хоть у меня есть регенерация благодаря щиту, но все равно я бы не советовал сам себе ходить с неотхиленными поинтами. Так, что у меня еще есть? Пурфикет. Пурфикет я уже и не помню, что это такое. А по-моему, это вроде бы от болезней, если я не ошибаюсь. Но heal true у меня должно еще достаточно много быть. Сейчас посмотрю. Марк. Сколько там тебе? 13 черджис, непонятно. Да, heal true у меня еще до хрена. Potion of purification. Что это? Честно, я забыл, для чего я их покупал. Сейчас я, наверное, юзну один. Потому что я уже реально не помню, что они дают. Это довольно странно. Да, ну да, исцеляет, скорее всего, от болезней. Тратить я тогда зря их не буду. Что тут немного экран подтемнел, когда ее принял. О, мне открыли секретную дверь. Значит, мне, скорее всего, сюда. И опять двое меня встретили. Но я что-то сомневаюсь, что мне именно туда идти. Не знаю, почему у меня такое ощущение. Пойду-ка я своим привычным ходом. Так. Да, и нарвался я сразу в этих лабиринтах на терминатора. Чередовать атаки. Давай, 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 братан, мочись. Если он сейчас взбесится, то он мне отнимет много хп. Вполне может уработать. О, левел новый.
Нет, нет, 4 поинта не подходит, извиняй. Пора перезагружаться. Если бы я, кстати, вот так вот перезагружался намного раньше. Тогда многих проблем бы удалось просто избежать. Так, вот здесь сейчас появится монстр. Два их должно быть вообще, по идее. Вот. Тогда они просто вместе стояли. Такие вот дела были. Да, надо сохраняться с ним почаще. Сейчас я голема опять обнаружу. Он где-то здесь, по-моему, должен быть. Нет, я его, по-моему, потерял. А, нет, вот он. Вот я с другой стороны зашел. Сейчас я тут сохранюсь. Потому что если я получаю уровень, я должен получать по максимуму. Это я понял уже намного позже, что так можно делать. И потерял 6 поинтов ровно. Блять, нахуй я это юзнул. Сука. Так бы у меня было на 6 поинтов сейчас больше. Ну ладно. Раз, два, горе не беда. Терминатор. Так, какой-то у него рожа другая стала, по-моему. Блин, а сейчас мне уровень не дали почему-то. Хрен его знает, может быть, туда мне как-то кританулись. Очки. Экспы. Ну да ладно. Все равно вот еще один. Ну, по-моему, у них раньше рожа была другая. Это, кстати, те же самые роботы, которые встречаются и в Скайриме, и в Обливине, в подземельях, которых создали местные дворфы. Пока дворфы не вымерли из-за своих же собственных машин. Это отсылка к Терминатору, кстати, реально. Что-то мне не везет последний раз. Сейчас я его ёбну вот так. Теперь отхил. И вот здесь я уже должен буду сейчас сохраниться. Потому что они довольно долго гасятся. А если я буду слишком медлить, тогда мне конец. Так, давай, 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 брат. Что-то ты сильно стал фигачить. А, на него огонь по-любому не действует, это я тупанул. Вот, теперь у меня есть уровень. Смотрим, 4 ПТС, нахер иди. Мне надо больше. Так, надо туда побыстрее бить. Хилд. Так, а ну-ка, тихо. Ну, сдыхай давай, брат. Отлично. Теперь мне должны дать уровень. Да, вот теперь это максимум. Больше получить невозможно. Так, 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 так. А я уже не помню, какие у меня статистики благодаря шмоту. Есть ли смысл прокачивать Endurance? Прокачать силу. Я вот не помню просто, какие у меня были начальные статы. То есть вот плюс 8 может быть, например. Максимальный перенос увеличится. Но мне что-то там давало еще дополнительные статы, поэтому я думаю, может, стоит повременить с этим. Ну ладно, сейчас выйду, тогда пусть уже сила будет на максимуме стоять. Сила 100. То есть это вот предел. А было у меня до этого. Сейчас я уже на свой страх и риск перезагружусь. Было у меня 94. То есть я повысил на 6, и у меня стало 100. Ну, в принципе, нормальное значение. Можно еще здесь на попробовать, будет ли 101, например. Ну, сейчас я тогда на паузу поставлю, чтобы время не тянуть, проверю. Ну вот, продолжаем. Наконец-то я выбил, это очень долго. Теперь проверим, даст ли мне Endurance 101, например. Будет ли такое значение, просто для проверки.
Нет, максимум 100, я просто потерял зря очко. Значит, сейчас буду выбивать по новой. Странно, но почему-то получилось с первого раза все выбить. И теперь я сделаю так. Можно докачать, в принципе, силу до сотки. Либо эндуренс до сотки. Но я, наверное, прокачаю все-таки эндуренс. 5 очков вложу сюда. И одно очко вложу. Но одно очко в силу вкладывать как-то нет смысла, по-моему. Лучше, наверное, тогда уже силу прокачаю, а выживаемость ставлю на потом. На следующий уровень, так сказать. Да, кстати. Дамаж 8, макс килла 180. Сейчас проверю, сколько будет соткое значение. Дамаж 10, макс хифа 199. Отлично просто. Просто шикарно. Вот теперь сейчас посмотрим, насколько увеличится на самом деле дамаг. Потому что вот это значение, оно не так сильно, в принципе, играет здесь. Смотрим, куда я иду. Ну, можно, в принципе, сейчас завернуть сюда. Всю карту обследовать нет желания. Буду идти, как подсказывает мне чутье. Чутье мне говорит, где темнее, туда и иди. Вот только не знаю, будет ли это правильным решением или нет. В любом случае, да, вскоре выяснится. Отлично. То есть призраки сейчас улепетывают, как какая-то машкара. Значит, дамаг я повысил себе не зря. Так. Что же мы видим здесь? Здесь необследованное место есть. И вот здесь. Значит, я сначала, наверное, низ обследую здесь. Так, тут секретных дверей нет, надеюсь. Точнее, я надеялся, что они будут, но придется вот так немножечко обойти. В принципе, это не страшно, но надо, опять же, не забывать сохраняться. Пока что ничего не предвещает городу. Сейчас я откашлюсь, подождите чуть. Так, продолжаем. Где-то свирепствует волк. Волчара. Что-то, мне кажется, он за спиной так дышит. Непонятно. Так, ну что же, сюда надоело идти. Если мы ищем пергамент, то он должен, по идее, блестеть. Я никакого блеска не вижу. Мне хочется поскорее. Откуда здесь эти настенные часы? Вот здесь самое опасное место, может быть, между прочим. Так, что же у нас здесь? Необследованная местность. И куда же мне идти? Давайте. Блять! Честно, я пересрался. Так, на том расстоянии мне с ним лучше не связываться, а, наверное, как-то обойти, попробовать. О! Красная дверь, вот черт. Значит, там, наверное, что есть. Надо, по крайней мере, это проверить. Все двери надо проверять. Потому что такое подземелье, если здесь есть дверь, то надо с собой что-то хранить. Либо сокровище, либо смерть. Ну что ж, надеемся, что это будет первое. Рабуля, пошла жара. Блять! Пиздец, это что за хуйня? Да нахуй вы, суки. Так их там двое, значит. Что мне делать? Что мне сейчас здесь делать? Где ты, мразь? Он где-то здесь. Через стены, надеюсь, ты бить не умеешь. Понятно. Понятно. Хорошо, что мне делать?
Мне по-любому надо туда, раз эти две мумии охраняют проход. Что если прорваться, но это навряд ли такой хороший вариант, я мог бы себе ставить. Быстрее, 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 быстрее. Хилтра. Сука, не там. Тихо, тихо, тихо. Да ёбаный пиздец, ну я ж хотел отхилиться, сука. Так, спокойствие, спокойствие. Как говорил Карлсон. И еще кто-то до него. О, вот что я сделаю. Я врублю свой щит. Не помогает, да, сучара? Да ёбаный, блядь! Горячих клавиш, что ли, здесь нет, вот интересно, надо будет посмотреть руководство. Без горячих клавиш я тут долго, наверное, не протяну. Мразота ебаная, блядь. Нахуй, короче. Долбоёб. Хули я буду с вами двумя тут на расстоянии пиздиться. Долбоёбы, блядь. Сейчас я вас сюда выманю. Нахуй иди. Сейчас я не в лучшем настроении. А, хитрожопые ублюдки. Так, вон они. Ну, пиздец вам здесь. Здесь вам реально пиздец настал. Мрази. Мрази. Ну, ща, давай. Ну, суки, ну что вы... Бояться сюда, блядь, подойти, пидары. Ну хорошо. Тихо, тихо. Мумии, по идее, должны бояться огня. Сейчас. Рингос. Хуй там он боится, пидора. Да иди нахуй со своим лагерем, долбоёб. Тихо. Тихо, тихо. Один лёг. Щит врубаю. Сука, если... Блядь! Пиздец, нахуй. Еще там, оказывается, один долбоеб сидит. Ну, конечно, здесь что-то по-любому есть. Это безусловно. Так, начну-ка я отсюда. А, вот как мне надо прорваться было. Я тупица. Сейчас. Ага, вот сюда завернуть. Все. Пиздец. Издевается, но я теперь хоть знаю, куда идти. А, да узнавался, блядь. Кто это лежит здесь на полу? Тело брата Барнабуса. His body растерзано и изнасиловано. Понятно. Что на карте отмечено? И что мне здесь отмечено? Ничего. А, вот она карта. Он же мне карту просил достать. Точно, точно. Надеюсь, сейчас на меня никто не налетит здесь. Все, теперь надо возвращаться. Ну, сделали бы вот они вот здесь какой-то быстрый выход отсюда. Тут как-то это вот оббегать. Ну, ладно, я продолжу запись, когда уже полностью все оббегу. Ну, вот я и в городе. Надо посмотреть... экипировку. Конечно, мне надо сначала бы зайти к кузнецу куда-нибудь оставить, но это я уже буду, наверное, делать в городе. Или все-таки, если найти поблизости где-нибудь, можно, в принципе, было бы и здесь починиться. Сейчас я проверю, запись идет. Все нормально. И после этого долгого путешествия пора наконец-то отдохнуть. Вот она херня эта. Сейчас я до нее доберусь. Там квест, и можно будет на этом, в принципе, серию и заканчивать. Да, надо, кстати, починить по пути. Ну, например, вот здесь. Отмечу ее. Как оружка.
зайду сейчас сюда, сдам использованный мифриловый клинок, он мне пригодится для следующего приключения. И также надо посмотреть, не нужна ли мне гильдия магов для пополнения. Мне еще пока хватит. Давай-ка почини мне, брат, шмотки. Мифрил. Yes. Все, сдал ему на починочку. По-моему, больше мне чинить ничего не нужно. Ну да, вроде у меня теперь все починено. Все новое. Теперь этот лук потом можно будет продать. Так, кстати, я, по-моему, мало так шмота собрал, но со шмотами, наверное, потом разберусь. Итак, теперь веса, в принципе, я могу носить много, поэтому с этим париться не придется. Да, тут, кстати, много оружек, но я выбрал именно эту и надеюсь, она у меня не уйдет. Описание, если можно так выразиться. Теперь по прямой дороге вниз. Со мной все хотят поговорить, но мне сейчас не до них. Я спешу на заслуженный отдых, а именно на заслуженный сон. И я так быстро летел, что даже пропустил нужный мне пункт назначения. Теперь чуть-чуть левее. Вот она. Да, это ты. Чё-то я не врубился. Они не хотят меня сюда, что ли, пускать? Я, наверное, как-то неправильно отметил, скорее всего. Или оно опять сместилось? Да, вот теперь я в нужном месте, по-моему. Ну ладно. Наверное, меня просто не туда сместили. Сейчас я с этим бараном поговорю. Так, ты молодец, спасибо тебе. Теперь я покажу тебе, где находится Криптофьордс. И боги думают, что тебе может быть непосильная эта ноша в этом мире. Но может быть и так, может не так. Брат Халфарак нам очень помог. Теперь это Криптофьорд, значит, Хайрок провинции. Я тебе все отменю. До свидания. До свидания. Отхилиться мне не надо, проклятия мне не нужны никакие. Поэтому я просто отсюда выхожу. И можно отоспаться в ближайшей таверне, чтобы забрать свой новый клинок. Подскажи-ка мне, где находится, ну, скажем... О, я уже и забыл, как называется эта таверна. Store Temple. Temple это вроде замок. Нет, хотя может быть. Ну, пусть будет, например, Palace. Southwest, понятно. На юго-западе. Значит, таверну я так легко, наверное, не найду, если мне не повезет. Так, ну попробую ее поискать вместе рядом с оружкой, когда найду, продолжу запись. После очень долгого времени поиска я наконец-то нашел заветное местечко и теперь отдохну здесь 10 дней, собираюсь в путь. Приятная музыка и не очень приятный таверщик. Принимаю. Все, теперь я могу выспаться в его комнате.
не понимаю, какая разница между синглом или королевской. Потому что все комнаты одинаковые, во все я могу зайти, независимо от того, сколько денег я заплачу. Они недружелюбные, не любят каджитов, а расисты, или каджитисты лучше назвать. В общем, теперь осталось добраться до оружейки, которая у меня не очень-то и далеко. Добравшись сюда, я забираю свое оружие. Да, кстати, я стал меньше шмота подбирать. Даже не знаю, с чем это связано. Либо с моей линью, либо из-за того, что мне больше не так сильно нужны деньги. Надо это исправлять, потому что мне осталось всего 20 тысяч. И до конца игры я что-то сомневаюсь, что мне хватит. Хотя, посмотрим. И отправляемся в Crypt of Hearts. Кстати, я не порадовался, забыл, то что два уровня всего было у нас в Mine of Kunarasi. И займет у нас путь 840 километров, а именно 15 дней на коне. Ну что ж, мы прибыли. Это смертельное место хранит ваши сердца. Кто здесь умирает, то есть оставляет здесь свое сердце. Поэтому так и назвали хранилище сердец. Остерегайтесь, кто ходит по этим коридорам, кто путешествует по этим коридорам, потому что вас может поджидать смерть. Вы можете использовать все 6 чувств и найти 6-ю часть посоха хаоса. Ну, пока здесь ничего такого примечательного нет. Ну, а мы продолжим уже в следующих выпусках. С вами, как всегда, был Павел Мясник. Даже не знаю, проходил эту игру еще на русском или нет, но... В общем, с вами был я. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Там ждите следующих серий, все такое. Подписывайтесь, конечно, если есть такая возможность. Несложно подписаться. Ну, а с вами был я. Опять я. И я с вами прощаюсь. Пока. До новых встреч.